Всем здравствуйте! С каждым днем все больше и больше распускается мой кактус. Рибуция Sunrise или Рибуция Восход. В общем, цветы невероятные. Оказывается, в первый день распуска цветы более оранжевые. Вот если удастся передать. Вот эти два цветочка, они распустились сегодня. А сейчас я его поверну и покажу, какие цветы становятся у него на следующий день. Смотрите, какие цветы. Они становятся крупнее. Вот эти цветы он распустил, когда я делала обзор, да, где-то 2 дня назад. То есть цветочки уже держатся. Сегодня третий день. Невероятная такая вот красота. В общем, обалденный кактус. Вот так вот он у меня и зацвел в прошлом году. Я думала, что он в этом году зацвел не по сорту, а оказывается, цветы меняются после каждого следующего распуска. Очень интересный кактус. Он на вечер закрывает цветы, а потом на следующее утро он их раскрывает. И вот так вот легко определить цветы, которые распустились. Видите, они меньше, наверное, раза в полтора, да? Вот. А завтра они станут крупнее и станут уже не оранжевые, а вот такого вот красивого цвета. В общем, обалденный кактус. Такие вот крупные достаточно цветочки на нем.